Я еще хочу прославить Господа за милость, которую Бог явил мне, слушая, как брат Иван сегодня объявлял. Слава Богу, что мы здесь. И у меня месяц назад была очень сильная авария. И слава Богу, у меня только такие повреждения, что они невидимые. Господь сохранил мне жизнь. Серьезно, это было очень серьезно. Я ехала по фривею с Ванкувера домой. И был дождь сильный, и на мосту передо мной машина затормозила, ее начало нести из стороны в сторону, и я, естественно, тоже притормозила, и я попала в лужу, ту, которую машина спереди меня попала. И меня развернуло, я по третьей полосе ехала, и я ударилась в бетонную стену. И потом меня начало крутить по фривею на мосту. Вы знаете, это очень было страшно. У меня аэрбеги сорвались и паника. И вы знаете, милость Господня, что меня никакая машина не ударила, когда меня крутило по мосту, что Господь сохранил мою жизнь. И вы знаете, я просто проанализировала, что может человек сделать в тот момент, когда он видит перед глазами свою смерть. Вы знаете, ничего, абсолютно. Когда надежда на тот последний момент, что, может, я успею что-то, вы знаете, ничего не можно успеть, потому что паника, и ничего не можешь сделать. Слава Богу, что Господь сохранил мою жизнь, и я могу быть среди вас и славить Господа. Да будет имя Господа прославлено. И вы знаете, мы будем петь псалом, который звучит так: «Как хорошо, что со мной Спаситель». Вы знаете, как хорошо, что мы тоже с Господом. И это очень важно, чтобы мы с нашей стороны это делали. Слава Богу.